щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ. Ну і що ж, от усе це зараз разом будемо обговорювати із Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком-інструктором і полковником запасу української армії. Романе, доброго дня, з Новим роком, радий вітати. Дуже багато чого є обговорити, давайте ж, власне, це і зробимо. Привітаю з праздниками. Отож, давайте розпочнемо нашу розмову із найактуальнішого. Тривога лунала по всій Україні впродовж 2 годин. Знову не було пусків. Знову нам повідомляли про нібито підняття у повітря розвідника, літака-розвідника А-50, а також винищувача, який може нести кінжали, ну і ще кількох винищувачів, які не можуть нести, повідомляли в моніторинговій групі білоруський «Гаюн». Ну і хочеться зрозуміти, що це, якщо навчання, то чого саме вони навчаються, якщо розвідка, то з якою метою ця розвідка? Бо ж, наскільки ми пам'ятаємо з подій кінця грудня, вони також активно, дуже-дуже активно проводили оцю от розвідку. Зрештою, завдали масованого удару, але ну, він фактично провалився. А-50 літав до Нового року. Це самоліт ДРЛО, так називаємий дальній розвідчик дальнього радіолокаційного обнаруження і цілеуказання. В парі з такого роду командним пунктом – це самоліт, у якого є локатор, виділи фотографії, відео його, тобто над ним стоїть велика тарілка, внутрі самоліта є определена система вычисления координат, видит он на глубину до 600 километров от точки, где находится. То есть это практически треть нашей страны по северу он может просматривать, включая, конечно, и Киев, и всю дорогу, так называемый Варшавский шлях. Все, что с Польши идет в нашу сторону, он прекрасно видит. В паре с ним ходит обязательно один из самолетов или самолеты, с которыми он в данный момент работает. То есть они тренируются на вычислять цели, наносить определенные виды ударов. Это и МиГ-31К, которые мы за ними постоянно следим. Это те самолеты, которые могут нести кинжалы. Ну, естественно, несколько истребителей, которые могут нести еще и ракеты, допустим, Х-59, Х-31П, это противорадиолокационные. То есть самолет А-50, он работал до Нового года, перед Новым годом, скорее всего, улетел он с Мачулищ на базу, скорее всего, отмечать Новый год уже в кругу семьи, ну и после Нового года опять вернулся обратно на Мачулище вчера. И сегодня они начали уже боевую работу, так называемую. То есть происходит определенная, выполняется определенная работа этим самолетом и этими самолетами по вычислению определенных целей. В основном это система противовоздушной обороны наши. Они пытаются их вычислить, пытаются, может быть, с какой-то степенью подготовиться к определенным пускам, к определенному боевому поражению со стороны Белоруссии, по крайней мере. Ну а дальше уже мы можем увидеть после таких залетов определенное количество ракет уже в нашем небе, то есть очередную атаку, к которой россияне готовятся. Они после крайней атаки как минимум должно пройти около недели, как раз вот уже проходит эта неделя. То есть, в принципе, завтра-послезавтра уже можно ожидать, предположительно, как минимум, можно ожидать определенную атаку по нашим наземным целям в районе Украины. Этот самолет сейчас он выполняет или доразведку, или разведку тех целей, которые, по которым попали, или, может быть, не попали по каким-то причинам ракеты российские, которые были выпущены в последнее время. Ну а дальше идет уже обработка данных и целеуказания для следующей атаки. Дивіться, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згадав Петріоти в своєму сьогоднішньому спілкуванні із пресою і каже, що батарею Петріот у максимально стислі терміни відправлять Україні. При цьому
нам називали в розвідці цифри буквально два масованих можливих залпи, на які в окупантів залишаються високоточні ракети. Крім цього, ми бачили 100%, в тому числі 100% збиття шахідів. Чим би вони не збивалися, ну, але факт залишається фактом, там із багатьох-багатьох десятків шахідів майже ніякого, так би мовити, толку не було, так? Ну і водночас, треба ж, якби, і наперед подумати, і за окупантів подумати, я так собі думаю. У цих же ідіотів вистачить розуму, так би мовити, а коли все це у них вичерпається, а воно, судячи з усього, вичерпається, у них же, пане Романе, вистачить розуму обкласти північ і схід України своїми системами С-300 із переробленими ракетами на клас «Земля-Земля». Ну і потенційно стріляти вглиб України на 200 кілометрів, чи наскільки вони зараз там уже стріляють. Ну, неважливо, куди, не обов'язково по енергетичних об'єктах, а просто от куди долетить. То запитання два. Чи це можливо взагалі технічно для них такий от масований теракт задля тримання України в напрузі, тим паче розтягнутий у часі? Ну, і в такому разі, якщо це можливо, то чи патріоти вміють збивати оці С-300 перероблені? Бо, наскільки я розумію, з того, що зараз ми нічим не вміємо їх збивати. Ракета С-300, которая используется по земле, это противоракета, но она работает на малую дальность, около 100 километров, 200 она не проходит. То есть где-то до 100 километров. У нее просто очень короткое, малое подлетное время. Мы можем ее сбивать, если у нас, допустим, система противовоздушной обороны будет находиться от нее хотя бы километров на 100. От самой этой ракеты, тогда мы можем успеть, по крайней мере, ее засечь и противоракетой сбить. Но в основном наша система противовоздушной обороны специально затянута чуть глубже от линии границы, для того, чтобы сами наши ЗРК не попадали под огонь тех же, допустим, ракет Т-31П, противорадиолокационных ракет. Потому оптимальный вариант эти ракеты уничтожать в точках пуска, что сейчас и происходит. Наши истребители ракетами «Харм» — это противорадиолокационная ракета, они работают по С-300. Потому нужно просто принять нашим руководителям решение и уничтожать эти комплексы С-300 уже на территории противника, то есть на территории России, на территории Беларуси, если они их перетянут в сторону Беларуси и начнут работать из-под Беларуси. Просто надо сами пусковые установки. Ракет у них много, тысячи ракет, 5-7 тысяч ракет есть С-300, которыми они, в принципе, гипотетически могут работать по нашей территории. А вот пусковых установок, конечно, очень мало, и их надо выбивать. Потому как только уничтожим пусковые установки, то эти С-300, они могут только с рогатки запускать, и все, они просто не смогут этого делать. Поэтому здесь есть очень хороший ход вот такой на уничтожение пусковых установок. А он как раз уже россиян приведет в чувство. Угу. Ну, як я зараз тут нагуглив, «Харм» стріляє до 100-111 кілометрів приблизно, так? 150 кілометрів «Харм» б'є. 150 километров, потому он перебивает, будем так говорить, С-300. То есть наши истребители С-300 могут без проблем для себя уничтожать пусковые установки. Не саму ракету в полете, а саму пусковую установку. Это намного эффективнее. Прекрасно. Ну, я, відверто кажучи, не маю сумніву, що у разі от таких дій окупантів, про які я трохи раніше згадував, якраз те рішення, про яке ви сказали, знищувати їхні установки і на території Росії, і на території, можливо, Білорусі, воно якраз і буде ухвалене. Так, давайте ж поговоримо про, мабуть, найголовнішу, найважливішу тему з точки зору наближення перемоги, з точки зору нашого контрнаступу. Це потенційний найближчими днями, як нам кажуть, або тижні, ну, найближчим часом, от якщо бути зовсім точним, Рамштайн, восьмий уже
ми бачимо насправді, яка дипломатична робота ведеться з боку України на різних рівнях. Ну, от хто стежить із наших глядачів і глядачок за тим, як вона раніше велася, ті, я думаю, і зараз розуміють, не будемо зайвий раз тут, так би мовити, колихати воду і нагадувати, хто і коли почав готуватися до цього Рамштайну. То так чи інакше, ну, існує ж загроза наступу росіян з одного боку. З іншого боку, ми з нетерпінням усі чекаємо на наш контрнаступ, на що для нього потрібно, озвучив Валерій Залужний. Пане Романе, за вашими відчуттями, можливо, маєте якісь інсайди, чи буде цей Рамштайн, ну, хоча б частковою відповіддю на запити української армії, на запити головнокомандувача Валерія Залужного, зокрема, сотні танків, сотні бойових броньованих машин, сотні артилерійських систем? Да, на этот Рамштайн наше командование ждет от него очень хороших вестей. Есть определенные положительные уже весточки, которые до Рамштайна заходят. То есть, исходя из того количества наших военнослужащих, которые сейчас готовятся принять определенную номенклатуру вооружений, можно говорить о том, что этот Рамштайн, я думаю, выполнит пожелания Залужного, а по некоторым позициям еще и перевыполнит. Имеется в виду не по количеству, а по другой номенклатуре, которую мы, может, еще и мечтать не могли, по крайней мере, в прошлом году. Сейчас этот Рамштайн нам уже это предоставит. Все прекрасно понимают, когда может быть наше наступление, то есть проблема с погодой. Декабрь не дал нам выйти на границы с Крымом. Декабрь, погода, ну, видели постоянные дожди, но уже в ближайшее время будут заходить арктические массы, будет подмораживать. Я думаю, после того, как будет понятно примерно состояние почвы, в ближайшие неделю-две можно ожидать движения после этого, движения наших войск на выполнение главной стратегической на данный момент задачи выхода на Азовское побережье. То есть это может быть район Мелитополя, Мариуполя, Бердянска, неважно, на ширину в 300 километров, выход в любую точку Азовского побережья перережет снабжение российской армии в Херсоне и в Крыму по сухопутью. Россияне прекрасно это понимают. Россияне также просчитывают. Там есть офицеры, которые разбираются в военном деле. По крайней мере, как минимум несколько офицеров там есть. Потому основная задача у российской армии сейчас увеличить плотность войск на Запорожском и Херсонском направлении. Что они сейчас и делают? Большая часть тех войск, которые как-то подготавливаются в России, они заводятся как раз на южное направление, увеличивают плотность войск, причем напитывают всю глубину 100-километрового фронта. То есть до армейского уровня, это армейская глубина, так называемая, они пытаются ее напитать для того, чтобы каждый, в основном оборона это гарнизонного типа, чтобы каждый гарнизон смог выполнять какую-то боевую задачу при уже нашем стратегическом движении в сторону Азовского моря. Еще россияне, у них вторая проблема – это Донецкое направление. На Донецком направлении они не выполнили практически ни одной задачи. То есть половина Донецкой области ими не оккупирована, потому они будут ставить задачу российским войскам также пытаться оккупировать дальше Донецкую область. И мы видим как раз завод российских частей под Донецк. Это как раз движение от Донецка в сторону Покровска, от Бахмута в сторону Славянска. Этот завод частей, иногда не совсем подготовленных, вызывает у россиян отрицательное движение, так сказать. Вот Макеевку мы видели, батальонная группа зашла, прилетели хаймерсы, батальонная группа ушла. То есть такое реверсивное движение россиян уже, правда, в пакетах в Россию, но тем не менее они не оставляют надежды, так сказать, оккупировать дальше Донецкую область. Будет движение, скорее всего, там. Потому направление
удара, так называемого, о котором все говорят уже, наверное, второй месяц, это, скорее всего, будет не новое направление, это продолжение старой задачи по оккупации Донецкой области в дальнейшем и попытки удержания Луганского фронта от Сватова до Кременной. На большее пока у россиян просто не хватает ни сил, ни средств. Ми згадували з вами південний напрямок, зокрема Запорізький, і тут у Генштабі нам повідомляють про те, що 2 січня, як тепер уже дорозвідано, переуточнено, там було дуже і дуже результативно бавовняно, скажімо так, називається цифра у 260 військовослужбовців, знищених у той день лише на одному таки Запорізькому напрямку, що значно перевищує, ну, середню цифру добову, якщо ділити її от на кількість напрямків. 260 військових. От, наскільки я розумію, це також пов'язано із тим, що вони їх привозять, і ми, принаймні, поки що, слава тобі, Господи, встигаємо їх хаймерсами. Так и есть. Движение россиян мы отслеживаем от места формирования, то есть примерно подразделения в районе батальона, усиленного батальона, так называемого батальона тактической группы. Оно загружается где-нибудь в гипотетическом Саратове, загружается на эшелон, и дальше это БТГ двигается в сторону Украины. Либо заходит через Валуйки, либо заходит через Ростов. В зависимости от логистики, которая будет выбрана, мы отслеживаем движение этого подразделения после того, как оно разгружается, доходит до места рассредоточения. После этого работает постоянно наша разведка, дальше отрабатывает то наше дальнее оружие, те средства поражения, которыми мы можем достать это подразделение, еще не рассредоточенное, то есть во время определенного механизма перед рассредоточением. Потому оптимальный вариант, конечно, мы их просто достаем в местах базирования. А дальше, если они даже рассредотачиваются, наша разведка отслеживает места рассредоточения и уже другими средствами поражения, хотя с тех же «Хаймерсов», только другими ракетами, которые взрываются в воздухе. Это М-28, М-30, то есть те, которые могут работать над воздушным взрывом, уничтожаем уже и их в местах рассредоточения. Потому оптимальный вариант, который сейчас был выбран нашим командованием, это дальнее уничтожение российской армии. Как раз это первая задача любой армии — уничтожение армии противника, а уже потом какое-то движение к деоккупации или движение для выполнения боевой задачи. Потому основную задачу выполняют сейчас наши дальние средства поражения. Мы уменьшаем плотность войск российских для выполнения основной задачи выхода пока на стратегической задачи выхода на Азовское побережье. Дивіться, ну, от, у зв'язку з цим, зокрема, у зв'язку з цим, кількість втрат серед так званого особового складу окупантів значно підвищується, збільшується, і останнім часом тримається на рівні приблизно 700 окупантів щодня. Це справді щось безпрецедентне. От ми в листопаді там нараховували 16 тисяч загиблих, що було на третину більше, ніж у, як ми вважали, рекордному березні. Судячи з усього, грудень буде виявився не менш таким результативним, жнивним. Я не дивився, чесно кажучи, ще за грудень цифри. А от уже розумію, що січень буде іще більш результативним для ЗСУ. Але хочеться, знову ж таки, зрозуміти, от якщо уявити, що, не дай Боже, цей Рамштайн, восьмий Рамштайн, ну, чи провалиться, чи запізниться, чи буде частково успішним лише. Що от відбувається більш динамічно? Окупанти встигають натреновувати і кидати в бій свої війська, чи українські захисники і захисниці встигають їх нищити або ж виводити з ладу там їхню техніку, словом, робити їхні формування не боєздатними або частково боєздатними?
Для того, чтобы, как это задача из учебника, с одной трубы вливается, с другой трубы выливается, для того, чтобы в бассейне вода уменьшалась, нам нужно выйти на режим где-то уничтожения россиян около 1000 в сутки. Вот когда выйдем на режим в 1000 в сутки, тогда можно говорить о том, что мы как минимум будем в паритете по заходу россиян на нашу территорию и уходу их на конце от топ-зона. Угу. То есть будем отминусовывать их примерно столько, сколько заходит. Примерно сейчас россиян в Украину заходит до 2 батальонов. То есть это батальон 500 человек, до 2 батальонов, это около 1000 человек, заходит в среднем каждый день, потому мы каждый день должны их отминусовывать. Пока сейчас у нас цифра чуть меньше. То есть можно говорить о том, что россияне все-таки накапливаются. Определенное накопление есть. Но я думаю, как раз Рамштайн, как минимум, это чем хорош в этом смысле Рамштайн, как минимум они подтвердят передачу нам дальнего вооружения, как раз вот тех же ракет М-31 для «Хаймерсов», высокоточных ракет для тех же «Арты-155». И очень порадовал в прошлом году, в конце прошлого года, заявление наших партнеров, американцев, о том, что нам передадут как минимум 50 тысяч выстрелов для «Градов». Это очень хорошая сумма, это хорошее количество, это больше 1000 полных пакетов града, которыми мы можем выжигать оставшиеся, так сказать, 300 человек, которые не дожжем в каждый день. Потому видно как раз забота наших партнеров о таком роде поставок, и это, в принципе, вселяет надежду. Ну а Рамштайн, который мы сейчас ждем, он еще увеличит это количество. Дай Боже, щоб українські захисники отримували дедалі більше можливостей щодо вигнання окупантів з нашої землі. Ну і тримаємо кулаки. З одного боку, один кулак, знаєте, тримаємо, а іншим натискаємо клавіші і донатимо на Збройні Сили України, влаштовуємо власний Рамштайн, наскільки це, так би мовити, взагалі можливо. Дякую вам, пане Романе. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії, долучався до прямого ефіру на 24-му. Так, ну і настав час, дорогі друзі, поговорити про інші події. Також я би назвав їх дуже актуальними. І стосуються вони зараз, стосуватимуться вже не подій на фронті і навіть не